маленький старичок с длинным бородой сидел на скамейке и что-то чертил на песке. «Подвиньтесь!» — сказал Павлик. Старик подвинулся. «Почему ты сердишься?» «А вам-то что?» «Мне ничего, а ты сейчас кричал, плакал, ссорился с кем-то. А еще бы, я совсем сегодня убегу из дома». «А почему?» «Из одной линьки убегу. Ни одной краски не дает, а у самой сколько. Из-за этого не надо убегать из дома. Не только из-за этого. Бабушка меня прогнала из кухни из-за одной морковки. Не только еще есть. И брат катается на лодке и меня не берет. Я говорю ему: брат, бери меня. А он не берет». «А почему не берет? Да что же вы все спрашиваете?» — сказал Павлик. Старик подумал и сказал: «Я хочу тебе помочь. А как вы будете мне помогать?» «Есть одно волшебное слово. Но запомни, это надо говорить тихим-тихим голосом. И нельзя это громко говорить. Запомни, тихим голосом надо и смотреть в глаз, с кем ты разговариваешь. А какое слово?» «Это слово». И старик сказал тихим голосом мальчику: «Я сейчас попробую сейчас». И Павлик встал на ноги и убежал в дом. Когда сестра увидела брата, она не давала краски. «Ну, сестра, дай мне краски, пожалуйста». Сестре понравилось, и она говорит: «Какую тебе? Мне синюю». И сестра отдала синюю краску Павлику. И Павлик подержал краску в руках и походил в комнате кругом и отдала сестре. Ему не нужна была краска. Он хотел, что это волшебное слово или нет. И Павлик пошел к бабушке. «Как бабушка тряпает, прогонит меня или нет?» Павлик пошел в кухню и говорит: «Бабушка, ну, пожалуйста, дай мне кусочек пирожек». И бабушка говорит: «Какую тебе горяченького захотел мой голубчик». И Павлик улыбнулся и поцеловал щеки бабушки. И все собрались за стол покушать, когда брат сказал, что он пойдет опять в лодку покататься. То Павлик сказал брату: «Брат, пожалуйста, меня тоже возьми в лодку». И
Вдруг сестра тоже говорит: «Ну, что же тебе? Возьми его». «Ну и да, возьми», — сказала бабушка. И брат громко смеялся. «Ну ладно, путешественник, собирайся, пошли в лодку». И тогда Павлик обрадовался и встал из-за стола и побежал на улицу. И он туда пошел, где он встречал старика, но там не было старика. Только там остались непонятные знаки, которые начертил старик.